Все. Возвращение. Дай пару блоков. Татухи новый набил? Ну, у меня вообще относительно легко все прошло. То есть, ну, сейчас не сравнить то, что сейчас посидеть сегодня 15 суток с тем, что было в августе. То есть, ну, персонал приветливый, в принципе. Питание хорошее. Много интересных людей. Из 60 человек здесь было 10 политических, они так называют. Вот. Приобрел новые знакомства. То есть ничего страшного с тем, чтобы сходить. А со мной сидели. В основном сейчас люди начали взламывать двери, вторгаться в жилье и искать, изымать технику, искать информацию на компьютерах. Вот было два парня. И третий админ чата. Тоже вчера приехал. Как у вас настроение? Настроение хорошее, оно не изменилось. Будем продолжать.